Сегодня в нашем городе проходит первый турнир по ММА. Сюда приехали со всех областей, также приехали участники из России. Так что можно назвать международным, маленький международный турнир у нас. Больше 100 участников, то есть если сравнить с республикой, которая была до этого, то есть там было 100 участников. У нас на области 100 участников, это говорит о уровне, как-то так вот. Смешанные единоборства и грэпплинг – это, наверное, сейчас самые динамично развивающиеся и самые популярные виды. Что с Древнего Рима хлеба и зрелищ хотят все. Это объективное зрелище и красивое, мужественное. Популярность его очень высока. Это говорит, если выйти на улицу, огромное количество молодых людей носят бренды, Venom, Bad Boy. Это тоже является показателем популярности. Если мы заглянем не за спину в зал, то это Витебск, областной город, но зал переполнен. И вот вам ответ на вопрос популярности. Одного совета какого-то, который я мог бы дать всем спортсменам одновременно. Ребята, берегите себя, будьте сильными и здоровыми. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.